братских. Прежде всего братских, потому что, еще раз говорю, наше оружие – интернационализм. Интернационализм. Все люди – братья, пролетарии всех стран, соединяйтесь, голодранцы у всех краин до кучи – гоп. Наш лозунг – хинди – руси, пхай, пхай. Значит, поэтому мы интернационалисты. Мы, наш брат – это полковник Александр Левит, который вместе с нами борется против олигархического режима. Наши герои – это Карл Маркс, Роза Люксембург и любимая наша женщина Розалия Самойловна Землячка в девичестве Залкин. Это наши герои. И интернационализм – это та сила, это тот волшебный ключик, который делает нас 100 крат сильнее олигархии. Потому что олигархия, как мы видим, да, сейчас вот на Украине, везде в мире, она стравливает народы, создает бесконечные войны, конфликты и так далее. А интернационализм – это та сила, которая народы объединяет и делает их гораздо сильнее. Поэтому еще раз говорю, значит, мы интернационалисты. Или выражаясь, как сказал Фридрих Энгельс, нас великий вождь и учитель, за столом никто у нас не лившиц. Да? Замечательные слова, я всегда их буду повторять. Вообще, Энгельса очень люблю. Очень симпатичный человек.